Уже завтра в республике ожидается похолодание. Снегопады, по предварительным прогнозам, придут во второй декаде ноября. Дорожные службы уже активно готовятся к зимнему сезону. На дорогах города стали появляться запрещающие знаки. В числе первых на пересечении улиц Ахазова и 139-й стрелковой дивизии. На зимний период с ноября по апрель на территории города Чебоксары устанавливаются дорожные знаки, ограничивающие стоянку и остановку транспортных средств для содержания уличной дорожной сети в нормативном состоянии. Места установки запрещающих знаков определяются по перечню проблемных для очистки участков дорог. Его предоставляют районные администрации и подрядная организация. В этом году на зимний период установить планируется около 700 комплектов знаков. Тех автомобилистов, кто по каким-либо причинам проигнорирует знак, ожидает эвакуация на штрафстоянку. Кроме того, также на зиму вводят ограничения по скорости на мостах до 40 км в час.